В воскресенье в Самарской области небо будет ясным, небольшой дождь возможен только на севере области. Температура воздуха днем плюс 8, плюс 11 градусов, ночью 4-6 тепла. Ветер преимущественно западного направления, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани ясно, днем плюс 11, ночью плюс 5 градусов, западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти ясное небо, температура воздуха днем плюс 10, ночью 6 градусов выше 0. Ветер западный 3 метра в секунду. В Самаре ясный день, днем плюс 9 градусов, ночью плюс 5. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 60%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.